Привет, привет, привет. Сейчас, ребята, мне тут с интернетом что-то все лажает. Сейчас я его настрою и буду с вами. Бабочки у меня тут. Я здесь. Сейчас. Виснет? Сейчас, ребят, 3 секунды. У меня тут все реально виснет. Здесь с интернетом проблемы вообще. Очень большие. Настраиваю, настраиваю. Слышно меня нормально? Слышно, видно? А вот и я. Ребятки, всем большой-большой привет. Слушайте, сегодня хотелось бы поговорить на тему самую актуальную. Сейчас, наверное, это коронавирус. Вот, действительно, очень многие запаслись уже продуктами, запасом там на 2-3 недели вперед пшенка, крупа, картошка и все остальное. Вот, как вы к этому относитесь, вообще расскажите, потому что, честно говоря, я вообще ничего такого не покупала, и ну, как бы паники нет пока что. Вот, просто идут разговоры о том, что, возможно, действительно закроют Россию на карантин. И, блин, в общем-то, не знаю, что вы думаете? Нет, я ничего не покупала, я вот вам сейчас говорю, что я вообще ничего не покупала. Интересно, как вы к этому относитесь? Надоело, согласна, эта тема. Просто буквально недавно мне пришло там определенное сообщение. Я, честно скажу, немножко напряглась. Вот, немножко испугалась. И хотелось бы узнать вашу позицию по этому поводу. Мы закупились на целый месяц. Иорданию уже закрыли. Да. А вот вы пишете, у нас в городе один человек заболевший. А из какого вы города? Это как с концом света в 2012-м. Согласна. Есть такое. В общем, ладно, вы особо по поводу коронавируса разговаривать, я вижу, не сильно хотите. Так, правда, что мужчина полюбить нужно, чтобы быть холодной и недоступной, ненавязчивой. На самом деле это все очень индивидуально, поэтому тяжело так ответить на этот вопрос. В любом случае вы должны держать дистанцию определенную, чтобы мужчина был заинтересован в вас. Как дела обстоят в Воронеже, расскажите. У нас в Воронеже все закрыли. Казань, садики, школы работают. Владимирская область, один заболевший. Кострома. В Париже мы закрыли. Открыты дома, выходить только в магазин до 18 часов, полиция ходит по улице, как-то страшно. Я завтра и приезжаю на поляну утром. В Англии сказали, возможно, 2-3 недели не будет доставки в магазинах, поэтому я закупилась все необходимое. Во многих магазинах уже пустые полки, все раскупили.
Воронеже ВГУ закрыли. Ничего себе. Ростов-на-Дону все универы закрыты. Оскол вроде тихо. В Белгороде закрыли универ. Блин, на самом деле, вот как, это жутковато, согласитесь. Это действительно страшно. В Краснодаре спокойно. Ульяновск, все на карантин. Закрыли в Беларуси. Как к этому относишься? По поводу Беларуси, у меня как раз-таки Настя Болинская только приехала к маме, представьте, в Гродно. А, и, собственно, когда это было вчера. И все, она теперь не может оттуда выехать. Не только в ВГУ, там более 5-6 вузов. Мы все умрем. Зачем вы так пишете? У нас 100 классов закрыли в Новосибирске. Пару дней летальный исход. Слушайте, а кто знает, какие вообще симптомы у этой болезни? Как люди заражаются, то есть что, как он проявляется? Береженого Бог бережен, согласна. Эстония ввели чрезвычайное положение. Фу, жесть. Почему качество хорошо, что мутное, не знаю. Температура, насморк. Симптомы обычной простуды. Офигеть. То есть, в принципе, даже и тяжело понять, да? Донцову противогадость, что она несет? Температура, лихорадка, слабость. То есть в любом случае будет проявление, это высокая температура, правильно? То есть... Так, ладно, все, давайте закрывать тему с этим коронавирусом, а то что-то я загналась, я сейчас сижу, себя накручиваю и... Все, давайте сменим тему. У нас даже не продают маски. В Москве с 21 марта объявлен карантин до 12 включительно. Ничего себе. В общем, реально, я просто паникерша еще та. Я вот вас пыталась успокоить и в сторисах вообще. Вот. На самом деле, ребят, действительно... Как, вот у меня такое восприятие, то есть если вам суждено, грубо говоря, утонуть, вы не сгорите. Вот, поэтому
Поэтому без паники. Хотя я сама сейчас сижу и об этом думаю. В общем, давайте просто сменим тему. Все будет в любом случае хорошо, но лучше в идеале запастись на всякий случай продуктами, пусть будут, вот, дабы себя как-то обезопасить. А откуда у вас информация по поводу с 21 вот по 12? Откуда это у вас? Подбодрила. Да я сама переживаю. Я сама действительно переживаю, потому что это... Не делая скулы. Я на самом деле сегодня приобрела такие классные шмотки. Вот. И... А у меня уже, я приехала, у меня этот коронавирус в голове, и у меня ни настроения, ничего нет. Что, у меня нет пока детей, я как бы сама себе, я сама могу себя накрутить, а у вас такая большая ответственность за своих детишек, поэтому вы не паникуйте, вы будьте в бодром режиме, все нормально, я думаю, что мы выкрутимся из этой всей ситуации. А что там, дом 2 уже начался? Тебя сеть лажает. Покажешь шмотки? Да вот хотела показать на самом деле, я потому что сама по себе. Да, там даже не шмотки, а весенний лук такой. И что-то уже такое настроение. Классные вещи купила. Видите, у меня такое настроение, как бы теперь не хочется. Переселяемся в бункер. Чего, показать, что купила? Пока пару бутылок водки. Ужас. Хватит. А то мне начнется паника. Давайте споем. Давайте только не про Даню, умоляю. Пожалуйста. Виснет? Да, сама пишу, конечно. А кто? Боюсь жутко, трое деток за них боюсь. Так, все мамочки. Послушайте, у меня у самой две сестрички, у которых тоже детишки. Главное, вы не паникуйте. То есть вы должны быть в здравом уме. Ладно, там я еще, у меня нет пока детей, я как бы сама себе, я сама могу себя накрутить, а у вас такая большая ответственность за своих детишек, поэтому вы не паникуйте, вы будьте в бодром режиме. Все нормально. Я думаю, что мы выкрутимся из этой всей ситуации. А что там, дом 2 уже начался? Тебя сеть лажает.